Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами вместе с генеральным конструктором всего нашего проекта Анатолием Эдуардовичем Юницким в его новом офисе в Дубае. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович! Добрый день! Хочу сразу вас поправить, Михаил. Я в данном случае не генеральный конструктор, я бизнесмен, предприниматель сейчас здесь. И вы такой в офисе предпринимателя находитесь, а не генеральный конструктор. Возможно, поэтому мы не видим бумаг на вашем столе. Да, я могу даже пример привести. А у Трампа и у Путина много бумаг на столе. Они странами управляют. А у нас все-таки бизнес попроще. Поэтому зачем мне бумаги на столе? Ну да, абсолютно понятно. Вот этого офиса не было, а сейчас он появился. Может быть, расскажете, на какой улице он расположен? Может быть, он имеет какое-то символическое значение? Вообще у меня в жизни много символов. Даже то, что Юницкий Анатолий Эдуардович, сокращенно ЮАЭ на английском, это Объединенные Арабские Эмираты, да? Ну, такое совпадение. Так здесь, ну, во-первых, наш офис находится в Дубае на улице Заеда. Это основатель Эмиратов. Дом номер один. И этаж интересный, 34-й этаж. Почему для меня и тоже есть некая символика? SkyWay я, собственно, начинал, тогда же не знал такого слова, SkyWay, да? В Джасказгане, ну, там три города уходят, Джасказган и Сатпаев, это город-спутник Джасказгана. Я жил и делал свои первые ракеты школьникам в квартире номер 34. И, собственно, да, вот, и оттуда я вырос уже и в генерального конструктора, и в бизнесмена, и вот по стечению обстоятельств этаж 34-й. Это уже не квартира, а целый этаж. Мы с вами ровно год назад были в инновационном центре SkyWay в Шардже. А что изменилось за этот год? Как генеральный конструктор вы нам много рассказывали. Может быть, сейчас расскажете что-нибудь как бизнесмен? Да, вот мы тогда ходили, я помню, по песку, и я рассказывал, что будет построено. Сейчас уже там не только песок. Уже мы заканчиваем первую фазу, где первая линия, скоро мы ее введем в строй. И проедем, в том числе, делегации, которые будут принимать эту первую линию. Будет скоро полностью введен в строй гостевой дом. Не надо думать, что это простой объект. Он, во-первых, очень большой, 30 на 30 метров. Это почти 1000 квадратных метров. Садом внутри, садом на крыше. Спасибо большое. А мы когда пришли сюда, в офис, мы видели, что у вас проходило совещание с очень международным составом. Вы не расскажете, с ним поделитесь, о чем шла речь? Какие деловые вопросы вы решали? Ну, здесь работают не только белорусы, хотя у нас в Беларуси тоже не только белорусы работают. Компании там больше 10 стран работают у нас. А здесь еще больше, где-то около 20 стран. Инженеры, экономисты, там, бухгалтера, рабочие. У нас такая интернациональная команда, которая насчитывает уже много десятков человек. Это тоже пришлось создавать с нуля. У нас здесь сейчас две компании, но это не технологические, а сейчас мы под бизнес тоже уже создаем ряд компаний, в том числе свою строительную компанию. Когда у нас будет свой подрядчик, когда уже здесь будут обученные кадры и когда скоро уже пойдут проекты, ну там мы будем строить достаточно быстро. Насколько я знаю, на днях у нас в инновационном центре SkyWay в Шардже побывала группа студентов Американского университета, несколько десятков человек. Как я понимаю, именно это есть кадровый ресурс SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах? Да, да, безусловно. И много кадров выпускает этот университет, Американский университет в Шардже, в том числе для Эмиратов. Шарджа – это один из Эмиратов, да? А центральное правительство находится в Абу-Даби. Так вот, 6 министров, центральных министров, да, они выпускники вот этого университета. Это кузница кадров. Мы строим там тестовые участки, мы будем показывать, как работает система, мы будем ее сертифицировать, мы ее будем демонстрировать.
Мы будем ее совершенствовать в логике 100 лет или 200 лет, пока этот бизнес существует. Да? И там же будем обучать кадры. И будет или факультет, или институт отдельный с КВИ. Потому что у нас много специфических работ и инженерных, и конструкторских, и строительных, и в сфере эксплуатации. Потому что мы все-таки не железная дорога, и не автомобильный транспорт, и не авиация, и не трамвай. У нас есть специфика. Насколько я понял, по крайней мере, одна из тех линий, которые пока тестовые, мы строим в инновационном центре, впоследствии могут использоваться для перевозки студентов на территории студенческого городка. Так ли это? Для того, чтобы возить студентов, мы тоже рассматриваем вариант построить отдельную дорогу. И фактически это инновационный центр может стать просто как корпус университета. Одно занятие может быть на той территории, сел на наш юнибус Юнюкар, и через пару минут ты попал на другую площадку, где другой корпус университета. И можно уже прослушать курс лекций, провести занятия по SkyWay и видеть, как он работает. Не в кино, не на картинках, а наяву. И это более эффективное обучение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, вливайтесь в него, в самый безопасный транспортный проект в мире. Строй SkyWay. Спасай планету!